Всем привет! С вами July Dance Family, и сегодня мы разбираем TBT Cat and Dog. Начинаем мы с небольшого затакта до припева первого. Ребята делают от центра наклон в разных позах. Кто-то так, кто-то в других. И это идет от центра, то есть если человек здесь стоит, мы, допустим, сюда наклоняемся в другую сторону, и на центре мы тыкаем и также наклоняемся за правым плечом. Там будет три бита, они на разные биты распрыгиваются, собирая руки перед собой внизу. Это будет 3, 2, 1. Центровой еще доходит, то есть он стоял сзади, и он выходит вперед в основание клина. Д. Отсюда, вот мы стояли здесь, мы будем прыгать вверх, поджимая ноги к себе, так, чтобы коленки были достаточно подняты. То есть руки. Кто-то их четко через крест уводит назад, кто-то отсюда просто сразу убирает назад. У нас получается движение раз. Дальше. Наши ноги будут разводиться два раза коленочками в стороны. И вместе с этим у нас руки будут подниматься одна, вторая. То есть та-да-та. Дальше. Ручка выводится вверх, собирается, уводится в сторону, через круг там. И дальше будет у нас через крестик. Одна выводится назад ладошкой в диагональку. Вторая здесь, так, чтобы наш локоть был опущен. И мы здесь будем два раза работать запястьем. Раз, два. И третий у нас будет подниматься локоть. Ноги. Мы сделали два раза эту штучку. У нас будет крест назад. Достаем ножку. Выпад. Вперед, назад, поставить. И потом опять будет прыжочек, так, чтобы наша ножка подставилась. Если с руками вместе, то у нас будет та-да-та, та-да-та-да, пум. Дальше. Кто-то из ребят прям подставляет на этом последнем прыжке ноги вместе. Кто-то подставляет их так, чтобы у него уже были ноги достаточно раскрыты. Те, кто подставляет, они отставляют ногу, и у нас будет корпус работать назад три раза. А вместе с этим наши руки будут, вот они закончили, пум. Правая рука у нас будет класться на живот, но так, чтобы мы ни себя не обнимали, а просто она кладется. А левая рука сначала тыльной стороной показывает двоечку, потом разворачивается, показывает четверку, и на последней наши руки раскрываются в диагональ. Дальше. Что делают ноги? Правая нога ставится на носок и продавливается, то есть у нас вот положение. Вот. А левая нога на пятке будет разворачиваться, то есть у нас будет вот такое движение. И то же самое в другую сторону также. Носок продавливается, пятка разворачивается. То есть у нас два раза будет. Раз, два. Руки. Отсюда мы будем делать. Одна ручка показывает 5, вторая рука показывает 5. И дальше руки будут отсюда, та-да-да, разводиться и убираться вниз. А ноги отсюда, в зависимости от партии ребят, на центре, допустим, мы делаем три раза. Есть ребята, которые отсюда просто разворачиваются и подставляют одну. Кто-то делает раз-два. Здесь все зависит от партии. То есть, вот мы закончили. Пуньк. Та-да-да. Указываем двумя указательными пальцами в правую сторону и возвращаемся. Вместе с этим у нас немного отклоняется корпус, и голова смотрит за руками. Тык. Нога через круг уходит в сторону. Та-да. И вместе с этим у нас работает рука через сторону, указывает вправо. То есть та. Дальше мы все так же двигаемся с этой рукой. Голова у нас смотрит вперед.
на зрителя. И наши ноги у нас будут правая, левая, правая, левая. Это все остальные ребята делают. Дальше, вне зависимости, им как удобно, либо мы подтягиваем левую и распрыгиваемся, либо также есть ребята, которые делают правое и распрыгиваются. Руки у нас будут на ногах, вот в этом положении. Пум. Дальше, ручки ставятся перед собой, закрывается коленка вовнутрь. И также есть там еще один человек, который еще разворачивает голову. Все остальные просто приходят сюда и за правым плечом разворачиваются. Угу. У кого соло, он также делает эту штуку. А ноги у него работают так же, только более свободно. А руки работают раз, два. То есть вот он пришел, пуньк, та-да-да, спрыгивается на две ноги. Руки работают, это внизу, правая тыкает, дает ладошку и просто перемещается. Вторая часть припева. Также она разграничена партиями. Тот, кто солист, он работает левая, правая, и руки, как будто мы здесь держим мяч баскетбольный, и мы играем в баскетбол, то есть... Пуньк под ногу себе засунули, вторую засунули под ногу. Спрыгиваемся на две ноги, поднимаем руки вверх. Дальше этот мяч мы как будто сбрасываем, опять поднимаем, и руки у нас будут медленно опускаться. Раз, два. Вместе с этим у нас будут работать ноги, то есть мы шагнули на правую в диагональку, на левую в диагональку. Спрыгнулись на две. Руки вместе с этим у нас будут раз, два, подниматься вверх. И три раза у нас запястьями будет наверх, перед собой, чуть ниже. И корпус вместе с этим будет немного отклоняться назад. Та-да, та-да, та. Также центровой дальше будет работать запястьем около уха. И вместе с этим он ее оставляет. То есть будет раз, два, да. Раз, два. Левая дальше работает рука. Мы разворачиваем так, чтобы вот этой вот частью, как будто мы в машине сидим и в руль ударяем. Что делают ноги? У нас 4 раза мы вес переносим. Право, лево, право, лево. Это получается раз, два, три, четыре. Все остальные... у них одинаковая партия, за исключением некоторых моментов, которые будут зеркально. Руки у них вот здесь, на талии. И они будут к центровому идти такими же шагами. То есть у них будет левая, правая. Но вместе с этим у них работает голова. То есть раз, два. Мы будем два раза кивать. Это если эти ребята. С этой же стороны все то же самое, просто они работают... в эту диагональ. Дальше мы также спрыгиваемся, вне зависимости, где мы стоим. Спрыгнулись, и сразу у нас голова будет смотреть наверх, на этот мяч у центрового. Сбросили голову, опустили, и дальше у нас будет идет движение на центр. Мы шагаем на правую, на левую. И вместе с этим у нас немного поднимается противоположное плечо. То есть здесь левое плечо, правое плечо. Это если эта сторона, с этой стороны опять же все то же самое. То есть мы подняли голову, опустили голову и также на центр. Раз, два. Угу. Вот здесь партии будут разные. Мы распрыгиваемся на две. Если эта сторона, то у нас будет бедро работать. В левую сторону, вперед, разворот. То есть раз, два, три. Руки тык-тык были здесь. Они также поднимаются, также будут работать вперед, перед собой. Но при этом они будут разворачиваться. То есть у нас будет движение. Вот мы закончили. Раз, два, спрыг. Раз, два, разворот. Дальше. У нас все то же самое. Право, лево, право, лево. И руки так же, как у центрового. Около нашей головы. Раз, два и остается. И дальше левая лапка. Раз, два.
Те, что стоят с правой стороны, также закончили. Раз, два. Также распрыгиваются. И вместе с этим поднимают руки. Только теперь наши бедра работают в другую сторону. То есть мы работаем вправо, на центр и разворот налево. То есть раз, два, три. Только теперь здесь меняются ноги и руки. То есть мы работаем лево, право, лево, право. А наши руки, теперь у нас здесь работает левая, которая замирает около нашей головы, и работает правая рука. То есть раз, два, три, четыре. Угу. Также повторяется вторая часть первого припева. То есть мы подставляем наши ноги, и руки у нас раскрываются и уводятся вниз. Похожее движение, просто зеркально. Также тыкаем, смотрим налево, возвращаемся. Ножка у нас опять делает кружочек, и мы приседаем вместе с этим рука. Пуньк. Также шагаем лево, право, лево, право. Раскрываем ручки, садимся. Поворачиваем нашу ногу, руки остаются здесь, поворачиваемся. Тот, кто солист, он все делает то же самое, то есть тык. Только руки теперь у нас работают. Раз, два, а ноги у нас будут делать пуньк, пуньк. То есть у нас на левую ногу будет припадание, то есть мы вот делаем это движение. А правая нога у нас просто уводится в сторону. Вот этим движением. То есть получается раз, два. Также спрыгивает. Также тыкает вперед, но при этом у него поднимается правая нога. И он уходит на свое место, заводя весь вот этот вот поток из остальных ребят. То есть та-да. Угу. На этом припев закончен. Соберем все под счет. То есть у нас было 5, 6, дальше 7, 8, раз. Здесь мы выбежали. Припев. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и та-да-да. Та. Та. Раз, два, три и четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Соберем все это под скорость 50, 70, 85 и 100. Yeah.